В Карабахе погибли три иностранных сапера, СМИ. На мине подорвался автомобиль международной организации The Halo Trust, в котором находились пять человек. Их личности и гражданство уточняются. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике подорвался на мине автомобиль международной организации The Halo Trust. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в четверг, 29 марта. Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. Погибли три человека. Двое ранены. Их личности и гражданство уточняются, сказал собеседник. Согласно информации из открытых источников, The Halo Trust, зарегистрированная в Великобритании и в США благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов. Накануне сообщалось, что на Донбассе подорвался сапер ГСЧС. Инцидент произошел недалеко от Донецкой фильтровальной станции, когда мужчина обследовал территорию на наличие взрывоопасных предметов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.